Вот он наш беглец. Как ни в чем не бывало, я думала, будет лежать дома, потому что 5 часов носился. Нет, быстренько собрался и гулять пошел. Вот вторая звезда. Я всегда радовалась, что ежин на свист сразу прибегает. А это, видимо, так далеко убежал, что не слышал. И потом уже дезориентировался и просто по наитию бегал. Нас, конечно, тоже немножко дезинформировали, что видели его там далеко. Мы искали в другом месте, ну, где нам указали. А он, оказывается, вернулся на то место, откуда убежал. И сидел там, бедолага. Так что, конечно, сегодня был трэш утром. 5 часов. Это такого еще не было, чтобы 5 часов его не было. Вот такой вот Иджин у нас. Дал сегодня жару. Чё, Делю? Где твой брат шатался, а? Мы его так искали, ждали. Делит как целоваться полезал, когда нашли его-то. Мы его домой привезли. Деля дома его ждала. Потому что с ней бегать тоже она устала. Я ее туда-сюда тыркаю на поводке. Аккуратненько с другого конца, да? Но все равно возьму. Палочка одна же в лесу, больше нет. Все, пополам поделили? Нет, надо Делину. Забрать, не забрать, да? Какая ты, скажи, тоненькая у Дели лучше. Куда ты там нацелился? А?